Это Слардер и Дарксир. Слардер, которого на позиции 7 суппорта мы уже видели. ЕГЭ, в частности, Зай, показал нам просто невероятный хайлайт в первой карте, когда прыгнул, застанил троих. То есть этот герой, понятное дело, заслуживает быть взятым от Evil Geniuses. Ну и Дарксир на оффлейне от Universal. Тут, в общем-то, тоже все понятно пока. И вот возвращаемся к Слардеру. Видим, что герой, чем серьезно, у него есть врыв, мобильность, стан по всем. Кто еще так умеет делать? Кентавр? Кентавр. ОГ, пожалуйста. Самое время. То есть думаешь прям вторым пиком сейчас брать Кентавра? Ну не вторым пиком, а вообще в рамках этой игры именно в оффлейн добирать себе именно его. Очень крутой драфт от OG. Они взяли себе вот этого своего саппорта под сейвера и взяли саппорта такого инициатора Роумера. То есть сейчас они могут ну практически все, что угодно набирать из кор-героев. И саппорт у них уже есть. Любые линии можете позволить. И у тебя есть уже хороший подсейв, хорошая контр-инициация, хорошая атака. То есть все вот эти вот начальные передвижения Слардера под щитом могут быть, как бы сказать, заранее законтрены просто вот этими двумя героями. Очень нравится мне то, что уже не идут на поводу Evil Geniuses, не начинают банить те герои, которые, ну, были неплохие в первой карте. Они берут свое, банят то, что считают нужным. И Дазла вспомнили как раз таки с первого игрового дня, когда против никто с кем. Первый забанили просто Дазла. Да, первый просто забанили. Ну вот хорошо, второй карте сразу забирают себе. Не стали отталкиваться от своих каких-то решений, от своих подготовленных стратегий. Ну, видишь, когда ФП оказалось у ОГ, решились прямо сразу убрать что демона, и вот как раз таки остались и Земель, и остался и Дазл, которые вот уезжали в бан до этого. Избавляются пока от Керри. Джиггернаут, конечно же, лайфстилер. Ну вот лайфстилер опять второй раз то же самое. В той игре стукнулись немножко об это, что, возможно, ЕГЭ и не планировали делать какую-то инфес-бомбу. То есть вот с Минсармором много кто работает, не обязательно себе врываться и ебафить лайфстилера. Ну, возможно, просто боятся все-таки инфес-бомбы как таковой. То есть даже не то, что у Evil Genius, все-таки комбинация крайне неприятная. Но вообще... У вот уже есть Дазл, мне кажется, вот вообще не проблема. Ну да, можно стоять, постоянно подсейвливать. Вообще опасная комбинация у Evil Genius, вот Universe. В прошлый раз Дарксира банили. Очень такой опасный оффлейнер, чувствует момент хорошо, как он показал в прошлой игре. Такому парню много не надо. Особенно учитывая, что с ним еще и Слардар от Зая. То есть эта комбинация на самом деле уже такая серьезнейшая, которая может сделать всю драку. Ну, то есть, да, условно, если скомбинировать Слардера и Дарксира, получит реверс полярити от Магнуса. То есть такой. А раньше очень популярно было Дарксира с Эрспиритом комбинировать, но Эрспирит просто в другую сторону баррикад остался. И со Слардером, конечно же, тоже можно. Да, действительно, драка обещает быть сумасшедшей. У Evil Geniuses уже благодаря первым двум своим драфтам. А посмотрим, что будет добирать еще. Пока минус Shadow Fiend. Не хотят против него играть. Ну, а у Е такое хорошее очень. Вообще, SF в этом игровом дне у нас сегодня популярно. Invictus Gaming играли дважды, причем образно неплохо. Конечно, переехали их в итоге, но тем не менее. Вивера банят. Мне кажется, это какой-то такой, возможно, подсейв Вивер даже. Или, вспоминая Кэрри Вивера Артизи. Ну, не банят, да, Ластиллера. Возможно, Вивер именно как Кэрри позиционировал себя сегодня. Ну, скорее, да, тут уже Слардар, Дарксир, некуда его было бы на четвертую ставить. Но берут Вингу. Кэрри Венга. От Артизи. Кстати, тоже. Артизи такие нестандартные у них карри-герои, Evil Geniuses. Те герои, которыми играют обычно редко, там, тем же Кэрри Вивером, те же Invictus Gaming играют раз в несколько игр. А у ЕГЭ либо Кэрри Вивер, либо Кэрри Венга, либо Кэрри вот этот медведь. Клинкс. Бешеный Клинкс. Да, берут героев, которые начинают рано работать. Когда тебе не нужно там 3-4 слота делать, прежде чем идти на хайграунд, они могут тебе вот и на двух уже неплохо себя чувствовать. Но не уверен я, что это будет Кельвинга, еще есть вариант. Есть вариант. Хорошо, а чем отвечать данной ситуации OG? То есть распик они начали вполне удачно, по вашему мнению. Два суппорта, один из них с подсейвом, один сигнатурнейший персонаж для Джерекса. Не, лучшего героя ты уже знаешь, но они взяли вместо него Брюмастера. Эспо на Брюмастере. Это один из лучших героев во всех составах, в которых Эспо играл. Это просто его персонаж. Ну, они готовы принимать ранние драки, вот когда появится шестой Брюмастера, самое время пойти похитаться где-нибудь за что-нибудь. И добирают, да, в полный пуш отправляются ребята из ЕГЭ. И теперь надо взять героя, который даст им таргет дэмэдж и тавер дэмэдж. То есть, например, Террорблейд какой-нибудь. Опять же там Бойник, опять же Урсевич, опять же Хауснайт. То есть что-то вот, что быстро, даже та подойдет герой, который встанет и в 2-3 удара, или там в секунду, в 2 разберется с героем противника. Какую-то уверенность получили Evil Geniuses. Если посмотреть на их драфт, то у них инстапик Слардар Дарксир, очень быстрый Эвенга, очень быстрый Чен, у них осталось очень много времени, все еще. А у G так призадумались. Хотя, в общем-то, можно сказать, что обе команды берут свой пик. ЕГЭ играли так вчера против Секретов. Oh.
Такие мы его дождались. Такие дождались. И этот один из тех героев, которые могут быстро стирать врагов. Мипа. Но здесь будет не очень комфортно с тобой играть, потому что Дарксир очень сильно мешает. Венга может одного импаря высыпать, его могут впустить. Опять же, вот если вспомнить какие-то старые игры, то многие команды обузили свап-минги под что-нибудь инста. То есть теперь под инста-стан, под инста-хекс и так далее. То есть здесь можно мипаря также где-то недоконтролить, потерять. Тяжело. Вот. Ты не можешь на каждый мипаря собрать БКБ, это большая проблема. Ну вот, откровенно говоря, особо-то бюрста нет. Если мы возьмем отдельно взятого клона, плюс-минус одетого в парочку драгонлэнсов, вот чем его стирать здесь прям в секунду? Ну, осталось до всего этого дожить, потому что, опять же, выглядит так, будто бы ЕГЭ планирует подтимнуть аж на 10-й уже на Т3. То есть не успеет мипа выформить. Да, если у них все пойдет, как они запланировали, это будет очень быстрый пуш от ЕГЭ, очень ранний, и мипарит, даже если получит свои два Драгонлэнса, у противника уже будет, чем от этих, у них уже будет вещи, с которыми... Ну, в принципе, все уже против действительно удачный такой момент для драфта мипа, если он доживет. Потому что все герои, которые обычно там... СФ это самый, наверное, неприятный. Он уже в бане от самих ЕГЭ. Ну, вопрос, наверное, только доживут или нет. Но нужно закончить, прежде всего, свой драфт. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, последнее появление мипа состава OG был проигрышным. В какой-то серии в первой карте, по-моему, они взяли мипу и проиграли, если я не ошибаюсь. Проиграли в Винтервиверне. Да, было такое. Ну, здесь Винтерверна, очевидно, не зайдет Evil Genius. Просто некуда. Им не хватает героя на центральный коридор. OG же... Должен тоже персонаж. Брать героя в центр. Да, тоже в центр. Думается мне. Ну, опять-таки, перебираем инвокеров. Ну, а что, мана играет? Она играет. Играет неплохо. Есть ли смысл взять еще одного дэмэдж-дилера? То есть героя по типу Джиггернаута, который может отправиться в центр и постоять. ТХД надо брать сейчас. Думаешь? В центр. Против, ты имеешь в виду... Нет, вот сейчас Зога. А, Зога? Зога вот сейчас прям брать ТХД, вообще, ты выиграл. Если я правильно понимаю, последние мипа 4 или 5, они играли соло-мид позицию. Ну, здесь, по идее, на Тейл у нас. Ну, Барри, да, и... да, действительно, Квапу берут. А герой центра, конечно же, для Аны. Queen of Pain. Но я все равно не уверен, как... Сейчас но посмотрим, они могут что расставить линии тогда по-другому, это не проблема. Они могут точно трипл сложно отправить с Квапой, например. Это... Те ребята, которые могут удивлять, могут поставить по-разному, да. И вот подобие героя, который будет против мипаря хоть что-то делать. Давай лазер с аганимом. Да, лазер с аганимчиком по пятерым не дает бить. И мипарю, опять же, вот невозможно собрать на каждого мипаря БКБ очень сильно этого героя в некоторых аспектах ослабляет. Хорошо, законтрил ли Тинкер пик OG, законтрил мипаря? Да не законтрил, вопрос в том... Смогут ли они продавить нужное количество тверов за отведенное им время? Потому что в какой-то момент мипарь, конечно, вот этого чена уже будет просто перетирать и всех его крипов. И вот сам по себе чен, это герой все-таки без плана Б. А, хорошо, ваш прогноз на вторую карту? Я все буду за ОГ, наверное, топить. Ну, мне кажется, что есть у них шансы, хотя относительно прошлой карты мне вот лично понятнее драфт Evil Genius. В прошлой карте как-то выглядел он не так понятно, но они его реализовали. И все же я тоже, пожалуй, скажу, что ОГ должны. Опасно. Аналитика у нас начинает давать сбой, прогнозы наши рушатся, не всегда исполняются. Но тем не менее, давайте смотреть, дорогие друзья, вторую карту финала виннеров Dota 5 лиги 5 сезона. 1-0 пока в серии, ни в коем случае нельзя уже проигрывать, иначе они будут играть в матче за третье место. Передаем слово нашим комментаторам Вилату и Смайлу. Спасибо огромное, что мы продолжаем смотреть Evil Geniuses против OG. Интереснейшая пара, сильнейшие две команды, пожалуй, этого турнира. И сейчас будет действительно крутая битва. Потому что все коронки просто из рукавов уже достают, всех тузов. Видели мы уже Брюмастера, но вот мипа на этом турнире мы видим впервые. Да, в принципе, вторая карта. На первой карте одно показали, а на второй карте другие коры просто заехали. И Мипа, и Queen of Pain была у ЕГЭ, и Тинкер заехал, и Брюмастер появился, опять же, в очередной раз от OG. И Дазла, вот это Дазла, конечно, со спиритом очень, наверное, зря дали Evil Geniuses, потому что, ну, по-хорошему, тут вообще сигнатурный пик OG. Да, ну что же, ждем. Так, у нас, я так понимаю, пауза стоит, или что это у нас? Да, у нас пауза стоит, но Тейл поставил паузу. Лучше бы уже в игре поставили паузу, потому что у нас почему-то подлагивает по-прежнему на экране пика. Я, кстати, не знаю, в чем проблема. Я реально пытался два дня в интернетах везде нагуглить и спрашивал у CyberHmet, спрашивал у ребят из Valve, в чем может быть проблема. Все говорят, что не знают, в чем проблема. Во время стадии драфта FPS очень сильно проседает, причем даже не то, что FPS, чат открываешь, он открывается, видите, как будто у тебя 3 FPS, но во время игры все хорошо. Странно, немножечко странно, скажем так.
Свою маленькую аналитику сейчас чуть проведу. Тут очень трудно будет, на самом деле, Тинкеру играть. Я не знаю, почему они на последние пика решили взять ИГ Тинкера, потому что тут очень много героев, которые будут ловить. И Спирит может издалека закатываться как через все леса, ломать их и искать этого Тинкера. И Queen of Pain его может ловить через Юл. И Мипа, он вообще будет на всей карте находиться, это же Мипо. Так что Тинкер будет в большой опасности. Да. Но, опять-таки, план взять Тинкера против Мипа, то есть дать ему там нафармить, чтобы он получил агоним и как-то потом... Ну, такой себе план, если честно. Нет, Тинкер хорошо против Мипа заходит. Это лазер по всем, это ракеты по всем. Мипа не бьет, соответственно, из-за лазера это мажет. Но Мипа будет... С Чен. Чен очень немобильный. Чен немобильный. И Керри Винга, она тоже немобильный персонаж. Поэтому очень трудно будет двигаться. Мипа будет очень быстро сплитпушить все остальные линии. Ну, посмотрим, как оно будет выглядеть. А разбирает команды героев. Начинается у нас битва. Kills, Last Hits, Denies, Dota 2. Да, еще одна пауза маленькая. Крит взял Слардара. На этот раз он играет. Покажи его сет, ну-ка, вблизи. Какой-то такой интересный сет. Я не знаю, что это. Это сейчас же нету этой штучки. Нельзя показывать? Кнопочки нет, чтобы показать. Эх. К сожалению. А Артизи Винга, понятное дело, Зайчен на Universe Darkseer. Крит Слардар. Сумейл сыграет на Тинкере, у Джина, у Тейл Мипа, S4 Брюмастер, Джеракс на Air Spirit, Анна на Queen of Pain, и Флай играет на Дазле. Сигнатурный свой Дазл. И сигнатурный Air Spirit для Джеракса. Сразу смотрю, что нельзя Джераксу отдавать этого героя. Да, это просто пара суппортов дикая, я не знаю, как они будут против нее, да. Как ЕГЭ будет против этой пары суппортов. Еще играть. Мипа, OG очень хороший пик, OG просто великолепный пик, плюс есть менеджер по развлечениям, который явно будет развлекать. Да, S4 тоже на свой сигнал. Ну, просто идеальный пик для OG. Посмотрим, как они будут исполнять. Растепешиваются у нас герои по линиям. OG сразу вверх-вниз заняли. Джерекс покатился. Сейчас поставит какой-то очень хороший агрессивный вар, который вряд ли найдут у нас ребята из команды злых гениев. Ну да, какой-то такой вот хороший. Ну, против Чена. Против Чена, чтобы увидеть, чтобы его контролировать. Чтобы он не двигался, чтобы смоки не юзал. Как раз в этой точке всегда юзается смоки плюс-минус. Какой-то интересный вард пошел Джеракс сейчас искать. А, вот он. Он просто прочекал все леса, куда пойдут. Кстати, и... этот вард не блочит ни один спаун. Он не блочит, он просто будет наблюдать за Ченом. Если заблочит, то сразу разобьют. Смысла нету. И вот мы видим еще один вард. Да, тоже который, для Вижена. Тоже, тоже не блочит. Чтобы Чена контролировать на трех спаунах. Главное знать, где он. И вот с этого все. Просто начинается. Здесь тоже смоки очень часто юзаются, как раз на этой точке, как раз там какую-нибудь маунтируну подбирают, юзают смок, куда-то бегут, кого-то убивать. Поэтому, в принципе, варды очень грамотные поставили у нас команда OG. Так, Зай, мы видим, тоже тыкнул сюда Сентрик, не нашел, хотя был близок, но не угадал. Ну что, поехали по линиям, Артур! Обратите внимание, где он находится. Он находится в сложной. Сложную линию у нас пошли, ребята. Я так понимаю, Зай пойдет в чужой лес. И Крит вместе с Артуром. Интересное решение. Будет создавать давление. Угадывает OG и отправляет они Брюмастера в легкую. А, собственно, Мипаря в сложную. То есть попытались, собственно, поймать Мипаря и давление на нее создать. Но задоджил Ноутейл. Он уходит в сложную. Ему придется стоять против Дарксира. Против Дарксира, я думаю, он будет стоять очень даже хорошо. Ну что ж, Сумейл Мидя против Анны. Да, классическая противостояние. Тинкер против КП. И действительно, классическая еще к временам древней первой доты. Настолько привычное это противостояние. Настолько часто мы это видели. На этом турнире мы там уже миллиард других противостояний видели. Там Эмбер Спирит против Инвокера. Уже прям привыкли к этому. Ну а здесь вот старая добрая Тинкер. И хвапа, как же Сумейл сыграет? Это для меня самое интересное. Так, на топе уже экшен. Проблема у спор. Крит подстопил его. Неплохо. Дальше не стоит идти, потому что Слардар очень мягкий герой. Мало у него армора. И вот он Таур очень быстренько разберет. 5 армора мог бы пожить, но 600 хп действительно маловато. Сардизи продамажили, заставили произойти классную спор. Ну, это максимум, который можно выдавить, так что все нормально. Прогоняют спор отсюда, не дают ему спокойно дышать. Но это для меня не столь супер интересно, как то, что происходит снизу. Потому что как Ноутейл будет стоять против Юниверса, вот это вот интересно. На этом неплохо выставить. Первый щиток не должен ужечь. Хорошо Юниверс блочит, но прокачал сердце на Ноутейл. По Тауэр не побежит, скорее всего, вряд ли побежит, но он убивать его здесь не будет, конечно же, потому что пачка крипов идет, Тауэр будет
Так что не стоит идти, что Ноутейл всегда может разманцевать. Очень сложно все равно здесь будет поначалу Ноутейлу, хотя мы видим, начинает он хорошо. С левелом станет, конечно, намного веселее, со щитками будет чем бороться. Зай пока здесь, Зай пока в этом лесу, Зай пока не пошел вот сюда, чтобы сразу создавать давление на вот эту вот триплу. Ну и у Артура будет проблема из этого. Вкатывается в крита, у крита проблемы, дал он стан по таймингу, крита еще под хилом немножко продамажили, есть Poison Touch, Артизи останавливает. Хороший стан от Артизи. Да, и все нормально, не отдает своего тиммейта. Ну, мне кажется, надо было выйти все-таки не с Лордара, мне кажется, надо на Артизи было уходить, но все-таки помягче. Герой Сумаил еще на миде забирает Ану, один на один. И Зай забирает Нутейла. Это просто шикарно, Юниверс пытается размениваться, я... Медовый фраг мы не увидели, но снизу я перекрыл. Там Фёсблад на миде произошел один на один. Сумаил убил у нас Ану. Анна, надо собраться. Сумаил, как мы видим, очень много хп имеет. То есть, по сути, не было это никакого размена. Видимо, на каком-то затупе он поймал. Эспор на топе, пошел экшен. Крит уже заезжает на Эспор. А стамп почему не дал-то? Не знаю. Он давал, был уже станчик. Но опасно было. Ну и мы видим 2-0, ЕГЭ делают два фрага, убивает Ноутейла, что самое главное, Ноутейлу там некомфортно, но есть уже два мипаря, первый выход Чена успешным оказался, посмотрим, как будет дальше, что дальше будет делать Зай, потому что за ним надо следить очень внимательно за Заем. Очень грамотно в спину вышел. Зай будет вносить свой импакт тут очень серьезно. Некомфортно ставить у нас здесь СФО. Не очень себя чувствует. Вроде крипов добивает, но жизни теряют. Флай все-таки чуть-чуть подлечивает его, но... Очень интересная постановка линии происходит, потому что... Ну, пытались обмануть друг друга. Да. В итоге, по-моему, ЕГЭ так таким временем у нас встретит. Джеракс, это минус Джеракс. Сумаил вместе с Заем опять-таки ловят Джеракса, который пытался что-то придумать. В итоге мы видим еще один фраг для команды Evil Geniuses. Уже 3-0. Смолк от Зая. Тут же моментально будет выход сейчас вот прямо сюда в спину на Ноутейла. Смотрим, что у нас там у Юниверса. У Юниверса маны не особо много. Но на регенится еще один очток. Ну и Ноутейл битый. И Ноутейл сейчас будет проблема. У него огромная. Бросает сетка. Ну вот сейчас на Ноутейла выход. Кликает, кликает уже Зай. Уже здесь. Должен набегать сюда. Ой, хорошо, Ноутейл. Хорошо манцанул. И кентавр подстанет. Ноутейл забегает. Юниверс. Пошел щиток. Отлично. Просто великолепная игра от Зая. Великолепная игра от Зая. Юниорс вовремя среагировал, вовремя подбежал и надамажил как раз вот этого дэмэджа, которого не хватило чуть-чуть с щита. Зай очень крут. И несмотря на то, что ставили варды, несмотря на то, что контролили, казалось бы, фарм Зая, но Зай два раза выходит в спину, два раза по одному маршруту, и оба раза заканчиваются фрагами на мипаре. А это очень важные фраги. Невероятно важные. 4-0 ЕГЭ. Пока контроль игры за командой Evil Geniuses. Ну и Артизи на топе дерется тут со спор. Больно, больно СФО. Венга даже на третьем левеле уже бьет приличненько. Юниверс минус Ноутейл еще раз. И опять Зая. Мама дорогая. Это, по-моему, очень неприятные новости. На топе. Экшен. Нон-стоп. Ничего не останавливается. СФО побежал. Тут же крит вкатывается Джеракс. Артизи пытается убежать. Есть кулыжник. У крита есть еще краш. У крита есть краш. Он может поразвлекать. Ну как-то не очень слажно сейчас уже действует у нас. Мне кажется, надо свапаться линиями, все-таки мипаря наверх отправлять по двух суппортов, чтобы они стояли. Ну, мипарь все, мипарь минус 3. Снизу он не может стоять. Ему вообще непонятно, что делать. Что делать? У него ничего нету. У него 5-й левел, его просто его на линии избили. 6-й юниверс. За еще раз может к нему прибежать, еще раз его может убить. Надо что-то придумать, LG. Влез на 5-й минуте. Да, в принципе, это нормально. Мипарь спокойно может стоять. Но он просто отдает линию Юниверса, говорит, братан, делай что хочешь, на тебе аркантапки, уже у Юниверса эти самые аркантапки есть. Собирай меку, собирай грифсы, радуйся жизни, на топе Артизи фармит, в миде Сумаил наклепал фрагов, у Сумаила шикарный крипстак. Начало игры ЕГЭ выигрывает просто без каких-либо шансов. И надо OG искать варианты. Где и как, непонятно, но надо эти самые варианты искать. Три топовых нетворса у нас у ЕГЭ. 34, 28, 26. Да, и по нетворцам все же самое мы видим. Можно уже их включать, в принципе. Ну ладно, пусть пока будет крипстат. Но мы уже видим неприятности. Крит. Ну, на Эспор пока не нападает, хотя он 4-й левел. Здесь Зай. Здесь Зай. Зай — это смерть. Зай — смерть несущий. Будет ли сетка? Нет, не достает Зай здесь до флая. Отгоняет он его просто отдальше, подальше отсюда. И можно идти в спину на вот этого клиента. 5-й левел, панду. Можно еще убивать бримастера спокойно. Не получил он еще ультимейт. Не сможет никуда он деться. Как же он играет, а? Пошел опять в мид. На этот раз Людвиг.
Видит он Джеракса. Джеракс с лоу-граунда. Есть пенитенс. Джеракс очень больно. Будет еще один стан. Будет еще тролль. Джеракс пытается укатиться. Укатывается Джеракс. И хорошо укатился Джеракс. Плохо укатился Джеракс. Стан. Это 7-0. Просто какой-то разрыв. Ноутейла очередной раз убили. Ноутейла под тавром в соло Юниверс. Свапаться надо, срочно свапаться надо. И стягиваться наверх всей команды. Чуть ли не пятером прийти и прогнать оттуда трех игроков команды Evil Genius, не знаю, убить их там и просто встать, захватить свой лес, потому что снизу сейчас мипа стоять очень трудно. Это уже и на какую-то минус мораль, может быть, похоже. Ана сюда прибежал, мипа на топе, мы видим, тем не менее, пушит тавр, мипа не знает, куда ему деваться, мипа бегает по лесам. У мипа только-только появилась ПТ, на 7-й минуте абсолютно ничего нету, есть 36 на 3 крипса, но это все лесные крипы и первая вышка в активе команды Evil Geniuses. Не будут депи. Стоит здесь Густав, но он ничего не будет делать. Это понятно, он ничего не сможет сделать. У него левел 5. И хорошо будет, если его не пройдут, не прочекают там. Он пытается получить свой 6-й левел. Без 6-й левел, конечно, сейчас Бримастер не так силен. После клаба он моментально умирает. Очень много дэмэджа, очень жесткий прокат. Видит Бримастер, видит Бримастер. Зай заходит. Зай, будет ли стол? Зай, вот он пенитенс. Есть станчик первый, будет еще сетка. Эспор, хорошо останавливает Джеракс. А ты вообще скиллы у Чена видел? Таланты? Смотри, там на... Что имеешь в виду интересно? Кастрэндж 120? Не-не-не, стой. Плюс 25 спелл амплификейшн. Да, это крутая штука. Ну, оно не всегда работает. Хотя... В смысле не всегда работает? Хотя, ну, ты знаешь, на пенитенс да, работает. Да, а через него и будут играть. У тебя будет... Это очень крутая это тема. Это очень жестко, это очень больно. 36 плюс 25, 50% бонус дэмэджа? Против Чена с догоном. Знаешь, как больно залетает? Но Тейл еле живет. Артизи, дальше попадет? Нет свапа, нет свапа. Не доставал. Едва живой уходит здесь Йохан. Почему он продолжает стоять снизу, я не понимаю. Я не знаю. Верхняя линия освободилась. Хорошие варды стоят у OG в своем лесу сейчас. Знаешь, может быть, ждали, пока получше стоило. Есть. Надо стяжку. Срочно нужно стяжку. Тревела у Тинкера. 8-я минута. Лол. Да потому что он на миде стоит, его никто не трогает. Он в соло гоняет эту Queen of Pain. Он ее убил даже в соло. Да, а никто не приходит. Тинкер просто никто не мешает. Потому что... Чен такой экшен на карте вытворяет, что Тинкер с Queen of Pain просто спокойно стоит. Да, Evil Geniuses, конечно, сейчас смотрится просто страшной командой, которая прям вообще не видит. Артизи будет свап. А не, нет свапа. 5-й левел, простите. Чуть-чуть не хватает Артизи. Его ускорили, испугали. Сразу же Ноутейла. Три игрока команды OG идет сюда. Помогайте тут Ноутейлу. Это Флай, это Эсвор, это Джеракс. Ну и вчетвером можно постараться сейчас бейтануть на Ноутейла. Как-то его отправить подальше, но тут уже и зайчик. Зайчик в обиду своих не дает. Смог. О, можно хоть кого-то ловить. Ну надо. Сумейл, далеко. На тревелах. Он просто убежит оттуда. Он просто на тревелах. У него очень большой мозг сейчас. Дал инфу, все знают. Зай нашел людей, Джеракс укатился. Ну и таверулечку сейчас будет сбривать. Стяжка, да, ГГ идет вниз у нас. Ну и стягивает сюда уже. Просто четвером стягивается и... А Мипа сверху. Тинкер туда улетел. Сейчас Тинкер должен сюда прилететь уже после отпуша верхней линии. Я думаю, драться не будет. Рейдиан завязали скана, не знает, что уже здесь. Они прекрасно понимают, стан залетел в эспор. Артизи просто не свапает-то? А зачем? Укатится, наверное, Джеракс. Хотя да. под крита мог бы свапнуть. Да панду просто под крита свапает, стан и минусую ее под пенитенс. Сумейл на топе. И Нутейл говорит, да блин, да вы мне надоели, честно. Сколько можно, ребята? Мне уже жалко этого бедного парня. Но у него скоро появится первый. Я Dragon Lance, тем временем снизу. У нас драка. Драка пошла. Драка довольно серьезная. S4 выживает. Юзает ультимейт. Ну и крита можно постараться поймать. Либо хоть кого-то можно постараться поймать. Что он сейчас сделал? Артизи. Он диспельнул своего или что? Артизи, хорошо, поймали. Ну вот он, первый фраг. Наконец-то. Размочили. Размочили нас уже. Да, была какая-то жалкая попытка уйти, но, понятное дело, Артизия тут не уходил бы. На мидл сагивается у нас EG. Пытаются и последний тир 1 тауэр забрать. Но без Vengeful Spirit это вряд ли получится. Ну что ж, Смаил. Продолжает парни. Смаила Блинкдаггер Квикбая. Первым артефактом он будет покупать. Блинкдаггер Квикбая у крита 500 голды. Ему не хватает до этого самба. А блинка здесь мы видим, есть мека, есть арканы, есть 10 левел у Дарксира. Страшная сила. А, конечно, Дарксир точно так же, есть аркан тапки и есть хедреска. Из хедрески, конечно же, будет делать у нас доминатор Зай. Некому у него воровать крипов здесь.
Есть уже доминатор у Артизи. Очень много крипов будет. На самом деле от пуша просто нету жесткого. У них два жестких. Ну, все нюхи у них милишные. У Бремастера милишный нюк, у Мипа тоже милишные нюки. Слабые нюки у Эрспирита. И кто может только рассказать, жесткий дать, это Queen of Pain. А Queen of Pain по крипам не будет бить. Что же, на топе Ноутейл. Проблемы у него. Попали станом по Ноутейлу. Сумаил не отпустит здесь, конечно, Ноутейла. Тут же и Артизи, да, минус Ноутейл моментально. Крипы выходят, Тавр будет забирать. Ну и ничего не могут сделать OG. Врываться без Ноутейла, я не знаю, есть ли смысл. Есть Вейл в Дискорд у Аны. Первый артефакт, который появился у нас более-менее серьезный команды OG, вкатился. Джеракс, будут драться. Пошел Магнитайз, папа, ультанула под Вейл. Очень хорошо, крита убили. Джеракс, едва живой, Артизи тоже убили, Джерекса засейвили. Мамочки, молодцы! Не-не, панда, там панда все-таки добежала, не панда, Урса добежала, все-таки добила Джерекса, но... Ну, это все равно круто. Эта вот драка была 4 на 5 с полным раскастом. Да. Не было мипоря. Не было мипоря, было бы больнее. Имеется в виду, что очень быстро реализовали Вейл. То есть Вейл, Магнитайз, ультквапы, дэмэдж пошел. И хорошо, и это очень хорошо. Мипоря уже 3. Есть первый Драгонлэнс. Потом появится второй Драгонлэнс, 1900 здоровья. Ну, правда, уже должен был быть второй Драгонлэнс на 14 минуте. Но Мипа, несмотря на то, что у нее 0-5-0, Сумаил убила Ану. Опять загуляла она. Мипа очень... еще поиграет в этой игре. Да, поиграет, конечно, они маленький камбэк сделали, все нормально. Но Анна, ну, прекращать ему нужно. Просто на протяжении всего чемпионата он так вот соло умирает. Нельзя так соло умирать. Тем более мидеру. ЕГЭ ведут 6000, а 1500 экспириенса. 3-0-3 у Чена. 3-0-3 у Зая. Ну, Чен хорош, да. Ну вот, как бы эта игра немножечко напоминает все-таки первый матч сегодняшний с Virtus Pro, где тоже были с Ченом. Кстати, у Зая сейчас будут проблемы, его сейчас убьют. Да, минус Зай. Не факт. Ну, я не знаю, как ему тут уйти. Сетка на Бремастера и уходит. Черт побери, ну что ж такое, Джеракс-то, как ты не попал? Ну да ладно, Зай, конечно, троих на себя стянул. Я был уверен, что все, его можно хоронить, закупаться и забывать. Так вот, я вернусь к игре Virtus Pro. С Ченом становится впечатление, что если ЕГЭ не пойдут и не выиграют эту игру там на 25-й минуте, то потом они проиграют ее. Да мы уже это вчера говорили тоже, что там стратегия у них вот эта вот с Vengeful Spirit, с Ченом. Но сейчас они наберут 150 тысяч аур под там два доминатора и... Ана минус. Грейв. Есть Грейв, и он, кстати, с блинка постарается, может быть, уйти. Стянули его, отблинковался, уходит. Сумаил здесь же, Мипа отлично. Хорошо упал. Подблочил, очень хорошо подблочил сейчас Мипа и сам ушел. Браво, Флай. Крит. Да ладно! Но вот это вот обидно. Вот это вот обидно. Да и Джерекс тоже не живет. Казалось, Грейв в кулдауне. Все сделал здесь Флай. Казалось бы, Ана уже убежал. Кулдаун у него, блин, почему он пешком уходил? А почему он пешком уходил? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ноутейла поймали. Просто какая-то одноколечная игра. Видели мы вчера, как ЕГЭ расправляется у нас с Team Secret. Да. Со счетом 28-2. Здесь... Нет, 28-2, то в другой было. О, нет, да, это да, DC да. было. Да-да-да. Но ЕГЭ там тоже на третьей карте вчера Secret сбивали где-то так же приблизительно. Так что, ой-ой, поймали. Там видно еще у нас Джеракса. Джеракса Зай поймал. Джеракс в стане. Ну и не выпустят его. Артист тоже умирает. Тинкер летит. Подхил. Смеки. Свапнулся. Зая убили, кстати. Свапнулся с Ченом. Артизи просто свапнулся. Так бы Артизи должны были убивать. И, ну, ничего страшного, что он Чен отдал замену себя. Он все-таки керри. Флай. Сделает тэп-аут. Да, сделал тэп-аут. Флай. Не было чем сбить. Но Тэспор, наверное, не сделает. Есть на свак. Он тот же стан прилетает. Самоил. Минус Тэспор. Тут надо писать ГГ. Я не знаю, как эту игру, как вот с этого отыграться. Ну, если отбиться стороны, то, может быть, еще что-то будет. Но тут же постоянно вот эти вот крипы, с доминатора крипы, по 1500 здоровья, артизи, ауры. Вот они, опять ЕГЭ, опять вот да, эти ауры. Вот миллион, он, раз, два, три, четыре, пять, шесть аур. И сейчас это все под вражеским бивом, но она, мне кажется, нивелируется вот этим всеми аурами. Просто сносят, даже хп не теряют. Сяшка, крит, по троим, великолепно просто все это. Под матч of the machines. Флай всех засейвить не успевает, сам погибает, ворвался здесь Джеракс. Ноутейла тоже сбрили, мегакилл Юниверс, мегакилл Сумаил, ворвался Джеракс. Артизи его разваливает, Сумаил настрелит, фуловая команда Evil Geniuses. Просто фуловые ребята. Просто не тратится. Нету никакой палки джиггернаута не стоит, они просто фуловые под всеми этими аурами. Феноменально.
Это шикарная стратегия ЕГЭ, она работает, смотрите. Гардиан аура, хилинг кулдаун, там, венженс аура, все висит. Cloud9 свои вот такие лучшие годы напоминают, когда они тоже играли под всеми этими аурами. Хилинг кулдаун, говорит. Да, кстати, вот они так любили играть, это получалось очень круто. 17 минут, стороны нет, график больно, экспа неважно. Что же, ЕГЭ очень уверенно идут к своему успеху, к своему гранд-финалу. А OG уверенно идут к матчу против Faceless. К Best of 1 битве против Faceless. И очень опасно, на самом деле, там будет. Да. Best of 1 против Faceless. После вот такого поражения, мы вчера об этом говорили, когда DC проиграли в Secret. И играли с Faceless после 28-2. Непонятно, что набрали. Да. Ну что же. Юниверс. Линкдаггер у него скоро будет. Крита тоже все. У всех все великолепно, в принципе. Что-то можно сказать еще. Только Артизи, минусовая стата, 1-2-9. Но Артизи можно. Артизи в сайленсе. Просто с руки наваливает Джераксу. Ноутейл улетел. Свап. Джеракс минус моментально. Минус тавер моментально. Тут уже никто не пойдет его дефить. Но я тебе скажу... ЕГЭ страшная команда. Что-то да. ЕГЭ просто страшная команда. Я про них и говорил, что как раз... В этой команде самый жесткий потенциал по наборам игроков. Там... Они все молодые, они все, ну, кроме Юлиса. Не то, что молодые, они... Не ну, поумер очередной раз. Они именно в микро очень жесткие. Если они раскроются, я говорю, этот состав, ну, вот, уже почти на каждой аналитике это я говорю, он потенциально намного сильнее предыдущего состава с PPD. Да, мне тоже кажется. Тем более с тренером Фиром. Пока это выглядит вот каким-то таким мощным кулаком, с которым единственное, что кто с ними справился, это Блэк на Паджике, и все. Да. Ну, Блэку Паджика не дадут больше на этом турнире, это факт. Что, быстренько Рошана забрать и идти заканчивать эту игру? Ну, я думаю, так и будет сделано. Сейчас вот, это последний all-in. Если на Рошане не получается, уже они пишут ГГ. Ну, нельзя без мипа. Мипа 10 секунд. Ну, Рошана нельзя тоже отдавать, они его отдали, они просто не успели сюда прийти и... Да. Минсармор залетел, но иначе чуть-чуть по таймингу не успели. Мипарь бы на шрайн пошнулся бы, и как бы драка продолжилась бы. Ну, возможно. Мипа есть, два Драгонленса, 1600 здоровья. Это, конечно, хорошо, но 14-й левел, этого, конечно, мало. На 18-й минуте для Мипаря, мы прекрасно это понимаем. Он по левелу отстает на 2 левела Тинкера. Дарксир, Слардар с ним одного левела. Вы понимаете, когда идет игра с Мипа, все должно быть... Очень даже наоборот. И скоро появится Ганим у Зая, и станет все еще веселее. Ой. Ну что? Куда заход будем делать? Блин, что вот это такое? Это вообще? Просто миллиард крипов. Ты понимаешь, сколько их? А еще у Артизи же есть крип. Вот он, задир бегает. 1500 здоровья. У него три кентавра, волк и пуржильщик. Это больно. Ну все, стяжка идет. Так, ну вот мы видим, на данный момент на Артизе висит это 4 чен, ауры. Это нет Чена, чен да. Не подошел. Сейчас Чен подойдет со 7 аурами крипов. 7 аур, да. И это еще без аур... Еще ауры Меки на нем не висит. Нет, еще это без аур Ancient крипов. Когда Ancient крипов появится, да, там да, же... Да, да, ой, там какое количество хуже. Аур. Ну, понятно. Сейчас Доминатор, Венженс, Аквилка. Это только у одного Артура. Это все, знаешь, по чуть-чуть. Но будет когда это все стакается, да, это да, так да. Много получается, на самом деле. Да. Вот он, Чен. Бежит, вот крипы летят. И ты смотрим на Артура под крипами. Три кентавра, волк, сатир. Погнали. Ну, правда, это не самые аурные крипы, только добавилось, мы видим, пак-лидер с аура с дэмэджем на плюс 30%. Нету тут сатира, нет там урсы, которые дают еще свои ауры на атак-спид, на реген, а все остальное. Ну, этого и так хватает. Запрыгнул эсфорд, алклэп. Артизи тут же отбрасывается бурулечкой в него, и проблема огромная с фоном. У Артизи 15 хп регена в секунду просто. Вот им дали еще грифсы. Сейчас Тинкер опять настакает своих машинки. Сюда подойти будет нереально. Драться в машинках тоже нереально. С4 уже пробитый. Но Тейл пытается как-то предпушить линии. Тавр упал. Сумейл ловит. О, Юниверс, тяжко! И тут же прыгает крит. Просто моментальная реакция у крита. Просто моментальная, да. Ну и тут, конечно, повыживает OG. Но чтобы ультимейт вынужден был заюзать Густав Магнусен. Артизи встанет. Флай здесь прогоняет пока команду Evil Genius, сейчас переживут просто Primal Split. Ульта есть еще у Чена просто, ультимейт есть у Чена, поэтому он не тратит еще до сих пор, потому что Артизи Аигас, они хотят выбить Аигас. Самоил, догон, Пани, есть грейв, засейвил. Флай работает до последнего, Артизи, у него две жизни, не забываем. Ноутейл едва живой, Юниверс, Unstoppable, минус 2, минус 3. Мипа без байбека. Ну теперь все.
Ну, стоит отдать должное. Уже старались до конца. Они старались как могли. Еще одна стяжка от Юниверса. Падают у нас бараки на топе. Какой там догон уже у этого парня? Пока еще первого левела, набирает. И его хватает. Он даже не стал огоним собирать, ему догона именно хватает, чтобы пробивать. Бам-бам-бам. Он просто щелкает людей. Годлайк у Самаила. Сейчас будет бьен годлайк. Нет, бегай, не будет. Бьен годлайк. 25-4! Они какие-то сумасшедшие. Они просто разыгрались. Просто. Они разыгрались. Вспомни вообще их первую игру, то, что там творил Самаил. Он все говорит, он болеет, там бедный, Кембер Спирит. Ничего не делает. Все, парни вошли. Это просто дефолтная первая игра команды ЕГЭ. На это каждом турнире. Причем из года в год это не меняется. Да. Evil Geniuses Victory, Evil Geniuses выходят в гранд-финал Dota Pit, где будут играть против победителя пары OG Faceless в формате Best of 5. Это будет весело. Да, у нас все-таки нет преимущества, я думал, что будет преимущество, у нас не будет преимущества, то есть 0-0, полное Best of 5. Мы сегодня посмотрим в исполнении Evil Geniuses. Таких Evil Geniuses хочется смотреть и Best of 5, и Best of 7. Скажу честно, потому что очень крутая команда, очень круто играет. И... Все финалы заканчиваются счетом 3-1, так что... Но это же не интернешнл, это же нет, не... всегда заканчивается финал с счетом 3-1. Здесь может быть 3-2. Ладно. Посмотрим. 1-1-1-0-9, но Тейл... 0-9-0. Не пошел Мипарь, не пошла Короночка. Мипарь не пошел, очень сильно не пошел. Ну,